Уважаемые участники сегодняшнего митинга чествования, сегодня, поскольку вот уже было сказано, что все-таки переименовали праздник, да, он стал Днем ликвидатора, и вроде как, скажем, назвать его можно праздник, но все-таки это памятная дата для нас, для всех. Сегодня мы отдаем дань уважения прежде всего тем, кто не пожалел своих жизней для того, чтобы та катастрофа, которая произошла, о которой знает весь мир, чтобы она не расширилась. Сегодня мы даем дань чести прежде всего и большой благодарности всем тем живым, кто не пожалел своего здоровья и, значит, участвовал в ликвидации этой аварии. Поэтому сегодня все-таки день памяти, мы сегодня чествуем всех ликвидаторов, и живых, и тех, кто уже, к сожалению, кого нет с нами. 68 ребят, к сожалению, уже ушли из жизни. На сегодняшний день получается 140 ликвидаторов здесь. Как сказать, страшно, конечно, было. Лично мне пришлось работать. Каждому, где всегда посылали, там и работали. Кто на загрязненных территориях, кто на крыше станции. Мне пришлось работать на крыше. Подсобное помещение, где стоят охлаждающие установки. Там был большой фон, работал по 40 секунд. Можете себе представить, было страшно первый день. Коленки тряслись, скажу честно. А потом не видно ни запаха, ничего не слышно. Потом привыкли. Каждый занимался тем, куда его пошли. Кто на тракторе, кто на технике. Ну, отказников так называемых, из первородцев, я не знаю ни одного. А такие случаи. Понимаете, радиация, она такая штука, вещь невидимая, что там тяжелые последствия, когда они произойдут последствия. Но облучения были на местах, очень большие были, последствия как вы узнавали. Я не знаю, но это очень больно. Болят суставы, болит голова, особенно к ней погода. Можете себе представить, если болел на зуб, то зубная боль во всех суставах, когда меняет работу. Это все, что могу сказать о себе. Да, об этом скажет любой. У всех одинаковая сила. Жалко детей, которые родились после Чернобыля, у них тем полетели. Забывается, время-то проходит. Люди не помнят об этом. Да. Не воспринимают. Вчера в соцсетях один товарищ поздравляю с годовщиной аварии на ЧАЭС. Не думаешь, пишет. День-то сегодня, день памяти жертв.